Что? 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 Получите супер редкий предмет из сумки с наградой. Что? Е-мать! Ну шо, боссы, погнали! Чё скажешь на мой арсенал оружия? Ну что же, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, и добро пожаловать в рандомные приключения! Это тот самый летсплей, где каждую новую серию мы устанавливаем плюс один мод. Какой попадется на этот раз, давайте проверим. От 1 до 23. Бабам! Это 18! Что? Онлайн-картины прямо в игре? О, ща кое-что сделаем, я уже придумал. Устанавливаем, перезапускаем и раз, два, три, пип! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, и добро пожаловать в рандомные приключения. Привет, FlagGK! А, усап, ребята, всем привет! Да, мы установили вот этот мод. Это мод на онлайн-картины. И черт возьми... Мы его, короче, установили, заходим, пытаемся использовать, и у нас вылетает. Mm-hmm. Причем, сколько бы мы ни пытались решить эту проблему, нет, не получается. Потому что наша сборка очень огромная, огромное количество больших модов, и она просто переполняется. Да, это, по сути, то, что я и сказал. В общем, дисбалансы происходят, но у нас есть другая, основная тема. Прямо сейчас, FlagGK, нажимай Escape. Потом нажимай достижение. Disconnect. И нажимай... Что у тебя вылетело? Не-не-не, я пошутил, ну-ну-ну. А, короче, достижение, экстра ботанием. И прямо сейчас листай в самый-самый низ. Видишь рыбу? Half elf, half human, что означает наполовину эльф, наполовину человек. Да, завершите 18 достижений экстра ботании, то есть вот здесь. И тогда вы будете награждены пером Цинвэя. Короче, ты понял. Комар летает. Цинвэя. Мы не знаем, что эта штуковина делает, но при этом за 18 достижений это пипец как круто. Именно поэтому мы тут уже посмотрели и, в принципе, даже выбрали, какие достижения хотим использовать. Например, у меня не выполнено... Кошачий танец. Это у меня, по идее, будет 16-я ачивка, потому что 15 уже выполнены. Итак, экипируйте комплект брони звездного идола. По-моему, это у тебя, да? Угу. Давай. Так, куда же я положил этот классный костюмчик? А, черт подери, ты его куда-то убрал? Серьезно? Я думал, то, что ты его носишь. Нет, ты что, у меня же новый горничный. Ах, черт. По всей видимости, начало будет посвящено поискам. Ё-моё, тупица тупая, все, я понял. Во временном рюкзаке у меня все было. Так. Ты серьезно? Ты серьезно, мать твою? О, господи. Не, не, серьезно. Давай сюда. Сейчас выполним ачивку. Это снимаем. Надеваем и. Ух, какой я красавчик. Так, самое главное, посмотри на F5. У тебя расцветка прям идеально подходит под это. Да, тупо лололошка в образе девочки. Ну, где-то я такие превьюшки видел. Например, вот это. Или вот это. Или вот эта превьюшка. Хватит рисовать меня в образе девушки. Продолжайте. Да. Ну что ж, принцесса, давай я прямо сейчас на твоих глазах открою вот эти вот самые мешочки. Угу, давай. А я пока посмотрю, какие ачивки мне еще нужно выполнить. Например, я хочу выполнить ачивку «Получите ахилловый щит». Это то, что нам поможет как раз против самого главного босса. Че у тебя? Ага. Так, смотри, вот это выпало классное и вот это. Остальное так себе. Давай дальше. Что? 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 Получите супер редкий предмет из сумки с наградой. Что? Стоп, 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 давай не буду открывать, может быть, повезет тебе. Чувак, ты реально сделал это? Там же шанс 0,53. Охренеть. А, обалдеть. А там падает из этих? Так подожди, а у тебя где? Что? Я тебе скинул мешки, а что выпало, я не знаю. Да, в смысле типа, ты не знаешь? Типа, не супер дорогое, что... А, нет, стоп, вот это выпало дорогое. Нет, это с большим шансом падает. Тебе сейчас должно выпасть что-то редкое. Ну, показывай. Так мне скорее... Так мне выпало что-то редкое именно из какого-то дешманского сундука. В этом плане. Да, да. Погоди, а какую ты сумку открывал? Ну-ка, давай посмотрим. 4 штучки у тебя осталось, вот это там 4 штучки было. Сумка с наградой Трай. Подожди, но получается у тебя должна быть медаль за героизм, да? Нет. Чё? Тебе выпал камень дракона, может быть? Да, вот он. По всей видимости, медаль за героизм не считается как что-то супер редкое. Хм, странная фигня. Но происхождение созидания тебе точно не падало, да? Всеведение. Точно не падало. Блин, как было бы круто, если бы оно выпало. Шанс 0,53. Я очень хочу это получить. Просто посмотреть хотя бы, что это такое. Ну давай, сейчас я тоже, наверное, заюзаю эти сумочки. И, может быть, даже выполню ачивку. Ня-ня-ня. Не-не-не. Ну, хотелось бы, конечно, но... Ну, давай, давай, ачивочка, да ё-моё. Умоляю тебя. О, руны полетели.
Забирай, забирай, забирай. Просто мусор. Капец, не повезло. Складируем все вещи куда-нибудь сюда. И прямо сейчас давай посмотрим последние две ачивки, которые я хочу выбрать. Первое, это... Что это? Господи, я обосрался. Чувак, это было так страшно. Ну ты хватит так делать, пожалуйста. В общем, первая ачивка это ахилловый щит, а вторая... Ну, допустим, создайте совершенный молот. Звучит очень классно. Подожди, мне получается еще одну ачивку сверху надо и все? Тебе? Наверное, да. Потому что ты только что получил какую-то там фиолетовую крутую звездный пыльник. Ну что ж, давай тогда начнем с щита. Щита, да? Хорошо. Медаль за героизм смотрим. И нам также понадобится... Стоп, что? А где щит? Может быть, где-то здесь? А, он же из слитка Орехалкаса создается, точно. Нам понадобится слиток Террастали и просто щит. Два щита. Два щита, точно. Время зря не теряем. И 3, 2, 1. Та-ра-да-дам, та-там. Ахилловый щит. Ух, подожди, а можно мне в инвентарь, пожалуйста? Испытание завершено, мистер удивление. Слушай, ну ты сейчас, получается, рыбу получишь. Я не хочу, чтобы ты первый получил, я хочу вместе. В смысле рыбу? Ну вот эту рыбу, которая в достижении. Нет, я ее не получу, дай, пожалуйста. Перо ЦНВ. А, да, это перо, это не рыба. Ну, мне остается всего лишь одну ачивку выполнить. Всего лишь одну. Хорошо, давай так, я ее получу и вообще не буду смотреть на нее, пока ты тоже не получишь. Нет. О, нет. Ну и в 5 нажми. Что там? Е-мать! Ну шо, боссы, погнали! Ну-ка, попробуй. Смотри, на мне сейчас говняная броня, она меня вообще никак не защищает, это просто, ну, декорация. Я защищаюсь и... Ну-ка еще. Сколько? Ты чё, рофлишь? Ты меня не пробиваешь. Задержи, задержи. А, это баг, это баг. Я нажимаю правую кнопку мыши, а почему-то якобы не защищаюсь. А бей щита? Стоп, подожди. Нет, я реально не защищаюсь. Ну-ка, если я выкину щит, попробуй... Да. То же самое, блин. Так подожди, а как его использовать-то? Алло, щит! Может быть, ты будешь использоваться? Попробую нажать на Shift, а потом... Оп! О, работает! Ну-ка. И снова не работает. Короче, какая-то странная фигня. Наверное, лучше описание прочитать. Короче, мы только что проверили, оказывается, все работает. Суть заключается в том, что это просто визуальный баг. Если я прямо сейчас возьму щит без брони, и Флаг Джикей попробует меня ударить, у него получится, но он нанесет не так много урона, вот, видите? То есть, да. Я просто защищаю щитом. Даже так, несмотря на то, что он якобы у меня не... не знаю, не защищает. Теперь щит выкидываем и давай, Флаг Джикей. Получай мне по роже. Да, сколько, сколько ты нанес? 55. 55, не-не-не, это все мои сердечки будут. Так, короче говоря, щит работает, это шикарно. А вкупе с террозащитником это просто пушка. Забираем все вещи обратно. Ну и как вы уже поняли, остается по одной ачивке. Следовательно, давайте выберем... Какую бы выполнить? Дальше. Нет, подожди. Например, экипируйте комплект брони воина Тени Ночи. Опа! Это же то, что позволит мне всунуть, понимаешь? Всунуть в горничную Плеяды. А может быть я? Что, всунешь? Да. Так подожди, но нам нужно сейчас шлем воина Тени, нагрудник воина Тени, бла-бла-бла. А, это все слиток Мракиум, который делается из топлива кошмаров и позолоченного картофеля. И элементе, ема. Так. Короче, я хочу выполнить новую ачивку, подожди. Давай тогда удовлетворение. Создайте считыватель маны. Создается супер просто. Это мана-алмаз, мана-порошок и две ветки жизни дерева. Мана-алмаз есть, мана-порошок присутствует. И мне нужна еще одна... Вот это, да? Вот эта палочка, да. Молодец, спасибо. Ема, у тебя как будто борода, когда ты смотришь вниз. Ну-ка. Реально. Я буду всегда тогда ходить так. Ребята, это борода, честно. В общем, подходим к верстаку, все это добавляем и... Та-ра-да-дам, та-там. Satisfaction. Подожди. Мне не дали. 18-я ачивка не засчиталась. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 14, 15, 16, 17, 18. Что? А какого черта? А может быть забрать как-то надо? Завершите 18 достижений. Ну? Нет, нам просто должно выдаться. Странно, ну давай я тебе дам щит, попробуй. Забирайте, и вот тебе еще одну ачивку, считыватель маны. На. Угу. Может быть хотя бы так? Что?
Нет. А может быть это какой-то визуальный баг и на самом деле не 18, а больше надо? Пипец, дорогие друзья. Прямо сейчас у меня 18 ачивок, у FlagGK 19, и мы не понимаем, что делать. Что происходит? Давай чисто ради эксперимента попробуем выполнить еще ачивку. Письмо песни. Создайте считыватель позиции. И создается с помощью... Короче, вместо мана-алмаза камень дракона. То же самое. Камень дракона. Так, подожди, а считыватель маны в итоге что делает-то? Мана 0. А здесь у нас... А, да ладно, он смотрит, сколько всего маны здесь есть. Ни хрена себе, круто. Прикольно. Так, смотри, вот тебе... Число показывает. Камень дракона, мана-паудер. Камень дракона, спасибо. Так, и мне еще нужны палочки. А вот тут проблема, тут уже нужно обычное дерево, чтобы пришло в бой. Вот в этом сундуке у нас 64 акации, мы забираем. А, та самая акация, понял. Я просто сделал очень классный топор, чтобы рубить. Да не надо, не надо. Сейчас вот здесь где-нибудь поставим и дождемся. Давай. Нам надо, получается, 4 древесины, да? Только мне нечем рубить. Вот, вот, посмотрите. Молодец, красавчик. Теперь соединяем. И, наконец-то, считыватель позиции. И тар... О-о-о, заработало! Да ладно! Короче, надо реально просто больше ачивок. Наполовину эльф, наполовину человек. Дай мне, пожалуйста. Чё, перо? А, считыватель? Сейчас. Вот, держи, может быть, у тебя тоже заработает. Да ладно! Офигенно! Спасибо. Чё, проверяем? Перо Цинвэя. Его, по идее, можно надеть, а можно использовать. Ой, не туда, подожди. Автоматически наделась. Наделась, да, вместо террозащитника. Ага. Не-не-не-не-не, нам так нельзя. Надо положить, наверное, в кейс для безделушек. А, ну у меня же тоже кольцо есть. А, ну да, кейс используется только, если есть колечко все за одного. Оно реально дорогое. Ну, я, по сути, буду тогда без пера. Я бы, конечно, тебе сказал то, что да, давай сделаем, потому что у нас есть медаль за героизм, но мы не сделаем, потому что эта медаль потратится на вот это, зов пустоты. Это призывание того самого босса. Как он там называется? Правительница пустоты. Последний бой. Да-да-да-да-да, это, конечно, все прикольно, это все шикарно, но надо понять, зачем вообще нужно это перо. Как всегда, проверочка у нас происходит путем ударить по лицу. Стой, я уже читаю. После экипировки пера, игрок может использовать ману, чтобы бросить ауру огня из пустой руки. Аура огня может восстановить поглощение игрока. Что? Ну-ка. А, так подожди. Мы, оказывается, могли создать, но здесь требуется медаль за героизм. Вижу, так что, да. Хорошо, что мы не создали. Так, может использовать ману, чтобы бросить ауру. А как это делается-то? Ахалай-махалай. А-а-а, фаербол запускай. Так, короче, посмотрим. Давай посмотрим в управлении, действительно. Слушай, а что если надеть это прямо сюда, вместо террозащитника? Давай попробуем. Ну-ка, встаньте, пожалуйста, вот сюда. Давай. Я подопытен, да? Снимай террозащитник, снимай свою броню. Броню не буду. Ну хорошо, понравилась броня, по всей видимости. Понравилась. Нет, ладно, ты посмотри. Я голый. Итак, на! Воу, полегче, парень. Чувак, вот просто угадай, сколько я тебе снес голой рукой. Голый. 55. 74. Еще раз ударь. А сейчас так, не 74. Это было 30. А что ты сделал? Все. Просто получай. Из-за брони у меня много хп осталось, и ты, так знаешь, сбросил, так сказать, хп до 6. Это очень круто. То есть, смотри, я могу постоянно стрелять. Ты понимаешь то, что это намного быстрее перезаряжается, нежели Экскалибур. Против кого нам это на руку? Конечно же, против миньонов. Да, то есть я стреляю прям постоянно. Или нет? А, нет, оказывается, все-таки маленькая перезарядка есть. Но это быстрее, потому что сравните, как быстро проходит меч здесь с помощью руки и как долго он проходит с помощью меча. Вот вам сравнение для наглядности. Следовательно, рукой я реально могу постоянно бить. И давай, прежде чем мы пойдем на эту повелительницу пустоты, мы проверим это на Гай второго уровня, не третьего. О, вот эту вот лохушку давай только сделай чик. Прям из инвентаря, что скажешь? О, другое дело. Так, создаем, значит, слиток духа Гаем. И проверочка, так я сказал, проверочка. Это второй уровень, то есть нам тут бояться нечего. Слушай, а вот чисто ради эксперимента, давай постоим, посмотрим, как она нас будет пробивать. Подожди, а Гай второго уровня там есть вообще миньоны? Не, миньонов нет, ну типа... Да, это сильно... Молодец. А теперь я попробую рукой ударить. Ну-ка. Давай. Стой. Вот я чисто стреляю. На! Ни хрена! Это очень много. Подожди. Я, по-моему, сейчас вплотную снес 120. Или...
Ну-ка, еще раз. 19, 25. Не-не-не, я думал, реально 120. Это голой рукой, это голой рукой. А теперь попробуем экскалибром. На! 43. Ну, то есть, все-таки меч получше будет. Конечно, конечно. Эх, подождем вот эту классную анимацию, когда полетят мечи. Эх. Хотя, подожди, нет. Я кое-что хотел рассказать, смотри. Что? Щит. Я просто беру его и иду на таран. Смотри, смотри, смотри. Ну-ка. Я их всех толкаю и наношу им урон. Погоди, а если ты зачаруешь еще щит? На, и тебе тоже получай. Охрененно. То есть я реально сталкиваюсь с мобами, и им наносится от этого урон. Ты, я так понимаю... Это классно, зачаровать надо. Убил, да? Молодец. Да, это я. Нам, как обычно, падают те самые пластинки. Что? Реально пластинки? Ну-ка, давай проверим. Скрипучая пластинка. Мы ее когда-то давным-давно уже слушали, поэтому не будем сейчас. Итак, кости судьбы, что выпадает? Чё? Чувак, ключ от королевского арсенала. Чувак, ключ от королевского арсенала. Как так везет нам, господи. Будьте вознаграждены ключом от королевского арсенала. И... Чё скажешь на мой арсенал оружия? В бой, что друзья! Слушай, это прям вообще круто. Ай-яй-яй. В бой! Ну куда, куда ты там наводишь? Куда, куда? Ну давай. Ну. Ой, Mozilla. У! Но... Битва двух богов. А-а-а! Ни хрена меня откинуло. А ты где? Да вот он я. Получай. Мама пришла. Так, ладно, все, горничная, убирайся. Убираюсь. Вроде чисто. Данный ключ, кстати, поможет против миньонов тоже. Против нас, понятное дело, он сделает ровным счетом ничего. Да. Как хорошо, что тут ничего не взрывается, тебе так везет. Блин, да, кстати. Здорово, собачка, Персик. Что делаешь тут? Как у тебя делишки? Давненько не видели. Умирает. Ой. А, все. Один шаг. Ты сделал несколько, тогда не буду убивать. Что? Какой же ты чмошник? Ты мне просто всю жизнь рушишь. Просто иди в жопу, а, иди в жопу, все, вали отсюда, вали, пшел отсюда. Возвращаемся к главной теме, а именно зов пустоты. Собственно, души Гая мы только что получили. Нам остается только слиток Фотониума и слиток Мракиума. Кого? Давай, короче, я сделаю Фотониум, а ты Мракиум. Хорошо, без проблем. Так, все эти ингредиенты вроде как уже есть. Единственное, что топливо духов, я не особо помню, как оно достается. А, вспомнил, мне топливо кошмаров надо съесть, точно. Нужен уголь. О, давай, давай, где? Спасибо. Три штучки, замечательно. Теперь складируем вот сюда, раз, два, стоп. Почему не работает? Тьфу ты, я только что сказал то, что это надо съесть, и в итоге пытаюсь в бассейн запихать. Кушаем, потом второй раз кушаем. Третий, и у нас три топлива духов. Найс. С моей стороны все готово. А, подожди, что? Я что-то неправильно сделал, какого фига? Ну-ка, перепроверяем. А, я забыл сделать фрагменты, господи, какой я дурак. Запихиваем сюда, потом молотом кликаем. О, извиняюсь. Ты уже сделал все? Ну, там нужен просто жизнекамень и палочка. Ага, понял. Ну тогда делай, вот жизнекамень валяется. Все, благодарю. Топливо духов я пока что запихиваю и кликаю. В итоге получается вот эта маленькая фигня. Слушай, а мне-то потяжелее. Ну извини. Сам выбрал, как говорится. Да. Раз, два, три. Все, у меня тоже. И мне нужен жизнекамень. Ловите. Спасибо большое. И еще веточка. У тебя веточка? Вот это? Да, 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 да. Спасибо большое. Собственно, жизнекамень запихиваем, нажимаем. И наши слитки готовы, дружище. Кидай. Молодец. Семь разрастания пока что, пожалуйста, забери. Все это дело мы соединяем. И у нас наконец-то появляется зов пустоты. Пора призвать финального босса. Три, два, один. Тудыщ. Как бы вы ни пытались, маяк не примет ваше пожертвование. Вы считаете, что проблема в территории? Чё? Дыры в полу? Какие дыры в полу? Чё? А, слушай! Помнишь, мы в предыдущий раз маяк наоборот вниз пихали, под землю?
Может быть, на этот раз его надо поднять? Мы можем попробовать. Да-да-да, давай тогда сейчас это сразу все проверим. Здесь ничего об этом не написано, что за бред? Какого хрена? Так, подожди, а может быть вот это мешает? Давай уберем. А может быть территория еще больше нужна? Да-да-да, ну тогда это вот это мешает, поэтому убирай, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Нажимаем. Ага, все, территория норм. Так, и в чем проблема теперь? У нас вещи запрещенные. У тебя? Ну да, сейчас я тогда уберу, например, акация. Что тут еще может быть запрещенного? Ангел ринг по-любому, всякие стрелы. А все остальное у меня вроде бы из ботании. Офигеть, если так подумать, то у меня реально весь инвентарь из ботании, весь. Вместо этого пера мы запихиваем, наверное, терра-защитник, потому что оно покруче. И так и быть, перо мы засунем в кейс. Ну, потому что мало ли. Фух, я готов, я готов, я готов. Погнали. Давай. Раз, два, три. Воу. Здравствуйте. Здравствуйте, правительница. Чё, как вас убивать? Чё вы умеете? Офигеть, у неё много хп. Подожди, ну она реально очень быстро убивается. Ну да. Это я кулаком бью, чтобы ты понимал. Что? Давай я реверс-хилл дам ей. Ой, смотри, она взлетела. Ой, она меня тянет. Какого черта, что было? ХП, смотри, ХП, смотри! А! Что делать? Что делать? Стой! Хиляться от нее, хиляться от нее! Хиляться, хиляться, бить ее! Так, я ударил. Подожди, еще, надо ударить. Это было жесть, она мне снесла где-то 8 строчек ХП. Все, я горю уже. Так, 2 строчки. Две строчки, бей. Бью, у меня 3 строчки, я умер. Знаешь, вот на самом деле очень легко, если, допустим, у меня очень много строчек хила, бей меня лучше. От меня чуть-чуть отхиляйся. У меня террозащитник поглотит твой урон. То есть... А, типа, если я тебя буду бить, то это круто. Да, но ты заметил? Ей плевать на террозащитника. Ей вообще почти что пофигу на твою защиту. Ну да, я заметил. Так, ладно. Что это? Нихрена себе! Обалдеть! Ну, у тебя все получится. Так, ты тоже посмотрел. Она хилилась полностью! Отхилилась! Она фул! Она фул! Так, подожди, я, наверное, вейпоинты удалю, чтобы... Что? Мерлин Плеер... Что? Меня притягивает. Меня притягивает к тебе, дружище. Что происходит? Я не понимаю. Восхваляет вас? Кто восхваляет? Мерлин Плеер. А меня Ашер восхваляет. Кто такой Ашер? Может быть, это какие-то боги ботании? Не знаю, не знаю. Но я забираю все предметы. Может быть, это разработчики, которые помогают убивать ее? Разработчики мода? Кстати, да. Вполне возможно. Она настолько сильна, что даже разработчики помогают убивать. Ну и как у тебя получается? Ну, пока у меня, да, более-менее. Давай, 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 давай. Я просто надеюсь на тебя. Ты сделаешь это. У тебя все получится. Все, стой. У меня было 10, у меня 10 строчек было. Подожди, у меня все нормально. Я живу. Все будет хорошо. Так, у меня было либо 2, либо 3 строчки, она мне просто разом снесла. Просто все строчки разом. У тебя вообще вылетело, понятно. Да. Капец! Это какой-то дикий босяр, учитывая то, что мы столько подготавливались. На нас даже корона, понимаете, корона! Королей нельзя убить. Забираем свою могилу и, по всей видимости... На этом придется закончить серию. Флаг GK у нас вообще вылетел, заберет свои вещи уже в следующем выпуске. И мы попробуем убить эту гребаную правительницу уже опять же в следующей серии. Надеемся, то, что вам все понравилось. И если вы здесь впервые, то можете поставить лайк, подписаться, позвать друзей. А с вами были Лололошка и правительница. Всем удачи, всем пока. Пока. Пока, ребят.